Всем привет! Сегодня готовим сосиски в кляре. Вот такие вот корн-доги вместе с сыром. Очень быстро и просто. Сегодня готовим быстрые сосиски в тесте или корн-доги. Как все их любят называть. Итак, мне понадобятся шпажки. Причем я беру вот такие либо коротенькие, либо большие, надо просто обломать. Почему? Потому что буду делать не в большом количестве масла, а на сковородке, чтобы помещалась палочка вот так вот в сковородку. Любимые ваши сосиски режем пополам. Значит, вы можете взять любые сосиски, если найдете маленькие, можно делать сразу с маленькими. Я буду делать их вместе с моцареллой, потому что она хорошо тянется, она вкусная. Значит, вот такие заготовочки, которые уже получились вместе с сосисками. Я отрезаю приблизительно по длине и моцареллу. И разрезаю ее на 2-3 части, все зависит от самого куска, который вы купили. Вот так. Теперь собираем заготовки, одеваем сначала сосисочку чуть ниже половины. И со второй стороны одеваем сыр. Вот так. Получаются вот такие заготовочки. Ставим разогреваться масло и приготовим тесто. Берем в емкости муку, добавляем соль и сахар. Сюда же выливаем одно яйцо и молоко. Блендером все смешиваем. Все тесто перекладываем в стакан для блендера. Если такого нет, можно взять просто высокий стакан. Для панировки я возьму сухари панировочные, домашние, именно вот такие светлые и крупного помола, тогда вкуснее всего и они не горят. И муку из твердых сортов пшеницы, или можно какую-то такую муку, не обязательно из твердых сортов, например, цельнозерновую, какую-то такую, но необычную муку, не белую, не высшего сорта. Все перемешиваем, опускаем заготовки в кляр. Тесто должно немного сбежать вниз, чтобы его не было слишком много. Достаем и вот так вот сверху обсыпаем. Вот так. Ну все, готово. Значит, не делаем как заготовки, сразу отправляем в разогретое растительное масло. Единственный момент, масло не должно быть разогрето слишком горячо, где-то среднюю температуру. Так, одна приготовилась, убираем, вторая готовится. Вот так, они готовятся очень быстро, я буквально их довожу до золотистого цвета и все. Вот смотрите, с одной стороны схватилась, переворачиваем на другую сторону. И еще буквально чуть-чуть, и пока одна готовится, вторую опускаю в кляр. Ну, в общем, вот так вот они готовятся очень и очень быстро. Сейчас покажу, какие внутри. Получается такое сырно-сосисное мороженое. Ну, в общем, вот так вот тянется, вот такая вкуснота. Это очень вкусно, попробуйте. Готовится быстро на большую компанию под хороший фильм. Всем приятного аппетита, целую, люблю, бывайте.